Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Магические напитки 2». Сегодняшний подарок — у меня 3 гема. Естественно, я получаю их, и у меня становится 25. Денег, как видите, у меня маловато, 112 золотых, поэтому мы, наверное, сразу приступим к выполнению задания. Так, пиквудские зелья, уровень у нас 27. Как всегда, у меня на страже мои герои. Улучшать я пока ничего не буду. Звездочки, как всегда, мне показывают задницы свои. Ну, давайте, ребята, приступать к игре. Ну и что у нас здесь за задание? Так, обслужить 13 героев, я так понял? Так, давай-ка быстренько рыбу сразу же. Ёлки-палки, вспомнить бы, как это все делается. Я уже, ребят, забыл, если честно. Так, нам нужен, значит, зеленый и красный. Окей, держи, держи. Так, подождите, подождите. По очереди, друзья мои, по очереди. Так, желтый, это у нас зеленый. А, ей еще нужно пробочку с бантиком, все дела. Так, тебе нужно две рыбки, я тебе дам, с удовольствием. Так, здесь нужен черный коктейль с бантиком. С бантиком держи. Так, что там у него? Еще оранжевый нужен. Оранжевый у нас как делался? Желтый. И это, да? С пробочкой. Окей. Так, раз, два, три. Ему нужны все блага. Так, рыбка тебе нужна. Держи рыбку. Синий, блин, банки. Синий напиток с бантиком. Держи, родная. И также ей нужен ей зеленый тоже с бантиком. Окей. Так, рыбку выложим пока. Два напитка оранжевых, да? Два напитка оранжевых. Окей, сделаем тебе два напитка. Держи, плюс обычно желтый закончился. Пока ты нагнетаешь обстановку, мы отдадим вот так вот. Значит, оранжевый, да, нужен? Окей, держи, браток. Все, шуруй отсюда, чтобы тебя больше не видел. Желтый, держи, браток. Так, еще один желтый коктейльчик. Так, что нам нужно? Здесь рыбку дать. Здесь три красных коктейля. Три красных коктейля, ты понимаешь? Держи, мадам, держи. А здесь нужен нам желтый плюс черный, ты понимаешь? Это, конечно, да, держи. Так, а тебе нужен оранжевый, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прости, 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 неправильно я сделал немножко. Не грусти, не грусти. Ничего с тобой не случится. Так, оранжевый, красный. Это, оранжевый просто. Черный. Черный, держи. Так, две рыбки мы тебе пока дадим. Плюс красный напиток. Все. Ну, а, пробку надо же, конечно же, пробку. А здесь, смотри, здесь нужен нам фиолетовый. Фиолетовый нам нужен был напиток здесь. Хорошо, делаем фиол. Это же фиол, фиол. Плюс оранжевый, это красный с этим. И бантиком, увидите, подвязать. На, держи, дуй отсюда. Так, с пробкой синий. Окей, этому нужна рыбка. Пока рыбку мы поджарим с тобой. И фиолетовый коктейль. Просто с пробочкой, просто с пробочкой. На, держи, парень. Так, тебе рыбка нужна, лови рыбку. Синий коктейльчик, синий коктейльчик. Я тебе сейчас быстренько заварганю. Плюс еще один синий коктейль у нас требуется. Не дуйся, не дуйся. Так, держи. Так, здесь нужен еще черный, черный с бантиком. Окей. А здесь хитрый коктейль, здесь нужен зеленый. Зеленый как фиолетовый, зачем? Фиолетовый тоже пригодится, в принципе. Так, желтый с этим, это зеленый. Зеленый наливаем так и вот так. Плюс крышка с бантиком, все дела. Ух, yes, of course. Я, кажется, успел, друзья мои. Три звезды, как с куста. Ух, они меня немножко притомили. Мне требуются выходные. Ну что, я считаю, что неплохо мы с вами сыграли. И давайте, наверное, сделаем удвоение монеточек. Так, разблокировано. Это кто у нас такая? Тереза Свитуотер. Женщина-гноб, помощник-официант. У нее мастерство чаевых. То есть увеличит чаевые на 20%. Плюс у нее идет сборщик. Автоматически собирает оплату и чаевые. И уборщик. А уборщик что это значит? Бесплатная утилизация. Слушай, ну в принципе неплохо, да? Кстати, скоро мы с тобой получим следующий уровень. Денег у нас с тобой 1070 монет. И я думаю, что мы можем с тобой... так, подожди, а что такое клиенты 6? Ага, они же повышают у нас уровень. Айон... пока первого уровня, да? Зато Барт уже второго уровня. И Лин, кстати, тоже получит скоро второй уровень. Ух ты, а здесь можно...
новый уровень за 100 монет. Хм. А почему именно я должен им повышать уровень, а? Если это гости. Я не пойму вот этого, если честно. Чувство справедливости Нобу настолько сильно, что он потратил целую неделю для того, чтобы найти таверну, которую он посетил, так как забыл оставить чаевые. Это хорошо, конечно. Это все очень классно, но мы с тобой должны что-нибудь все-таки прокачать, мне кажется, в нашей таверне. Хм. Предметы в магазине 53 и 75, да? Также и мебель у нас с вами хромает. Ну, давай посмотрим, давай посмотрим. Так, здесь я ничего не могу сделать. Красную эссенцию могу прокачать, да? Вот, синюю эссенцию. Будьте добры, пожалуйста, мне улучшите. Спасибо. 510 золотых монет. И я могу только пробки, да? Только пробки улучшить. Хорошо, давай улучшим пробки. Цена 2 копейки. 2 голдишки. Ну, вроде бы все на этом. И мы с тобой идем на следующую миссию. Конечно, играть. Осторожнее, Рэй, недавно видела подозрительных красных гоблинов. У этих мелких прохвостов есть бзик, и они могут украсть деньги. Боже мой, красные гоблины, говоришь? Я однажды имел горький опыт встречи с ними. Я смог их одолеть, но тогда я был человеком, а теперь у них преимущество в росте. Не волнуйся, Ноум, мы будем осторожны. Так, пиквудские зелья, уровень 28. 190 монет я должен выручки, да, сделать? Окей. А мне будут мешать гномы, судя по всему. Ну, первые заказы пошли. И... так, понял. Начнем с красненького, да? На, держи, роднуля. И с фиолетового. Ага, а вот и ворюга, он хочет украсть наши монеты. Побей его быстрее, пока он не украл наши честно заработанные деньги. Ага, но мне надо будет еще за этим следить. Так, я сбился, мне нужно вот так вот, по-моему, да? Ага. Слушай, а у нас, смотри. Ну, иди отсюда, воришка, а? Хочет у меня свистнуть, ты понимаешь? Так, рыбку. Держи. Так, черный коктейль. Так, а этот уже упарился ждать, да-да-да, я понял. Деньги нужно собирать. Так, тебе нужна рыбка плюс синий коктейль. Синий коктейль с черным даже вместе, вот с такой вот дремучий, скажем так, смесью. Шарик плюс бантик. Ну прям гурман из гурманов. Держи, радость моя. Так, иди отсюда. Про рыбу совсем забыл. Так, две пробирки красного. Упс, упс. Держи, браток. Так, забираем деньги сразу же. И здесь вот так. Тихо, без бантика, без бантика. Так, рыбка нужна. Рыбка нужна. Два желтых коктейля. Сейчас все будет, родные мои, сейчас все будет. Тебе нужна рыбка плюс красный коктейльчик всего лишь вот так вот. А что тебе не нравится? А-а-а! Ты куда ты там, а? Проныра маленький. Вот это утилизируем. Потому что это, ребят, не получилось. Так, красный нужно ему было вот с этим давать. Все, держи. Та заждалась, я вижу, заждалась. Две рыбки. Так, подожди секунду. Желтый с красным, да? Лови. Тут нужен оранжевый. Ребят, по-моему, сейчас у меня один клиент уйдет. Что я тут творю? Еще один клиент, да, у меня ушел. Расстроенный. Я просто, ребята, весь зашился, так скажем. На. Так, что там у нас? Фиол, фиол. Фиолетовый, да? Давай, фиолетовый вместе с желтым. Так, рыбу, рыбу. Постоянно забываю рыбу. Так, здесь у нас синих два коктейля. Так, держи. Плюс желтый. Желтый коктейль даем. Ей нужен красный и ей нужен синий. Тут рыбку. Вроде бы нормуль, вроде бы нормуль. Так, синий коктейльчик держи. Ей нужен какой? Оранжевый. А, зеленый, зеленый. И оранжевый. Держи. Так, и еще нужен желтый коктейль. Не злись, не дуйся. Ты видишь, я стараюсь. Так, деньги забираем. Так, лови. Оранжевый, да, оранжевый. И вот так вот. Так, рыбка есть как раз для тебя. Плюс синий коктейльчик мы добавляем сюда. И зеленый мы добавляем. А, конечно же, конечно же. А вот так, плюс с этим. Так, по-моему, так, ребят. Фух,
Но я не успел, к сожалению, только лишь две звезды получил. Ну, на самом деле, гоблины меня здесь не особо сильно напрягали. Здесь больше, скорее всего, моя вина. Я что-то аж растерялся, но, тем не менее, мы получили... Не мы. У нас получила королева Кейли Лизи. Уровень. Удвоитель рыбы кинжала. Слушай, ну неплохо, отлично. Я очень этому рад, и мы с тобой удвоим монетки. Окей, сколько мы... Ох ты, новый уровень, четвертый. Ребята, четвертый, разблокирован новый титул. Юнец. А сколько денег мы заработаем? Ух ты, неплохо. Неплохо. Так, давай-ка мы еще здесь с тобой возьмем награду. Шикарненько. Заработайте 500 монет. Заработали. Устройте 3 вечеринки и обслужите 20 клиентов, это сделал. Так, 3 вечеринки, а сколько у нас вечеринка вообще стоит? По большому счету, давай посмотрим. Так, 800. Может быть, сделать такую вот, а? Тусовочку. А, лучший... Так, лучшая производительность. Нет, я не хочу тратить. Давай, наверное, вот за 800 с тобой сделаем. Раз уж просят. Ну, поехали. Это кто у нас? Люсиль. Рейнджер. Следующий гость. Лин. Рейнджер. Вау, она еще, по-моему, уровень повысила или нет? Так, а это у нас Отелло. Молодец, братуха. И последний, это у нас Айон, богиня времени. Смотрите, все довольны, все радостные. В общем, им вечеринка удалась. Если 2 человека это компания, 3 это толпа, то как назвать 4? Так, недостаточно монет. А, у меня денег нету. Ну что же, я думаю, что неплохо, ребят, повеселились, да? Им нам с тобой... Что тут у нас? Что-то сделано? Нет, ничего у нас не сделано. Я думаю, следует идти сразу же на следующий уровень. Потому что монет у нас нету особых, мы с тобой ничего не купим. И будем просто играть. Пиквудские зелья, уровень 29, цели 11 человек обслужить. Ну что может быть проще, как обслужить 11 человек? Ай-яй-яй-яй-яй, опять чуть было не забыл. Так, начинается, да? Зеленые коктейли. Зеленые коктейли, а, еще и с черным. Держи. Так, тут просто синенький нужен коктейль. И плюс... Ё-моё, не то сделал. 2 фиолетовых коктейльчика, да? Держи. Иди отсюда, воришка, уже там присмотрелся. Так, 2 красных. Подожди, подожди, подожди. Этот, кто, что? Я уже потерялся. Так, деньги, деньги. Елки-палки, а. Держи. По-моему, кто-то у нас сейчас уйдет. Я, кажется, знаю, кто. Если я, конечно... Да ёпарасете. Так, что? Да-да-да, терпение у чувачка. Все, он психанул, ребята, он ушел. А я растерялся, понимаешь? Я растерялся просто-напросто. По чернаку растерялся, поэтому... Вот так вот всегда. Ну что... А-а-а! Конечно же. Так, тут что нужно? Тут нужно 2 рыбы. А и он сейчас будет злиться еще, блин. Этого не хотелось бы, чтобы она злилась-то. На, а и он. Все, успокойся. Бутылочек у нас мало. Ой, правильно, у вас тут целая куча. Я один тут должен со всеми тут. Иди отсюда, деньги хочет уже стырить. Так, раз, два. Давай, давай. Так, раз и два. Заливаем. Отдаем. Что? А. Так, не злись. Она злится, ребята. Она на меня злится, потому что, ну, хочет пить, а я ее... А я ей не даю. Так, здесь что? Желтый коктейль, оранжевый. Давай оранжевый дадим. Оранжевый дадим. И желтый. Пожалуйста, не то сделал. Оранжевый сюда. Оранжевый сюда. Блин, я деньги... Деньги забывай. Да не злись ты! А и он пришла с черным коктейльчиком. На, рыбу держи. Так, здесь нужен что? Синий. Просто синий. Это надо утилизировать, мешается только здесь. Захламляет, так сказать, стол мне. Все, давай, 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 довольны. Так, этому даем рыбу.
плюс желтый. Желтый коктейль вместе с обычным синим. Окей. А, крышку забыл, да. Так, что тебе нужен? Тебе нужен оранжевый. Оранжевый это проще простого, держи. Так, зеленый. Это желтый с синим. Держи. Плюс два фиола. Два фиола, сейчас мы тебе сделаем два фиола. Так, желтый с красным. Да что ж ты... Блин! Ой, так. Лопухнулся, да, ребята, я? Крышку забыл. Два фиола, я, наверное, не успею, скорее всего. Раз. Не злись. На. Нет, все-таки успел, на три звездочки, ребята. Фух. Блин, ну очень сложно. Это, понимаешь, нужно смотреть, в голове прокручивать, заранее еще смотреть, что там следующий хочет клиент. Это просто смекалка у тебя срабатывает на все 100%, поверь мне. Сколько мы накопили денег? Покажите, пожалуйста. 1500. Ну, теперь уже, наверное, можно что-то себе позволить и купить. Давай, наверное, возьмем какие-нибудь предметы. Так, ягоды, конечно, хотелось бы приобрести. А они что у нас стоят? Эх, гемчики мне нужны. Я не буду их пока тратить. Ванночку можем, да, с тобой? Полка. Полка. Давай улучшим полочку, наверное, да? Окей. Запасы бутылочек у нас теперь больше стали. И желтый насос. Улучшаем. Все. Денежек больше нету, поэтому сразу переходим к 30-й миссии. Гоу, гоу, гоу. Пиквудские зелья уровень 30. Так, нельзя что, утилизировать предметы? Нельзя утилизировать предметы? Вы серьезно? Блин, я не успел, ребята, прочитать. А, и что надо сделать? Что он хочет? Что, любые зелья тебе сгодятся? А, ну окей. Раз так. А, здесь синяя. Плюс бантик, все дела. Держи. Так, нужен оранжевый напиточек с крышкой. Так, две рыбки плюс красный напиток. Иди! Тырит он там уже. Так, бантик, конечно же, бантик. И фиолетовый напиток. Я вижу, вижу. Да иди ты! Хочет стырить, а? Маленький засранец. Так, подожди, подожди, не злись. Сейчас все попытаюсь сделать. Так, что ей не хватает? Какой? Черный, да? Черный сюда. На. Тут желтый. Так, деньги заберем. Перельем сюда. Желтый и оранжевый нужен. Также здесь нужен желтый и синий. Так, уйди. На. Так, ванночка у нас полная. Ух ты, три зеленых напитка. А этот книга чит, иди отсюда. Я же забыл, что здесь еще и книга чит у нас есть. Так, погоди, вот сделаем сюда. Сюда, крышка, зонтик, все дела. Что нужно? Оранжевый коктейль нужен ей. Уйди, не прикасайся к деньгам. Нет, вы, конечно, молодцы. Вы злитесь, вы психуете, все дела. А мне что прикажете делать? На, не успел. Нельзя утилизировать предметы, я помню. Зачем я сделал оранжевый? Зачем я, блин, сделал оранжевый? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Ой, глупости какие-то я делаю. Злится еще. Здесь что нам нужно? Синий иней, блин. С бантиком, конечно же, с бантиком еще нужно. Так, этому нужна чернуха. Блин, вот это засада, ребята. Вот это они психуют. Какой, чё я... Блин, вот это жесть. Вот это жесть. Так, рыба и черный коктейль. На. То есть тебе любой сгодится, да? И рыба. Так, здесь нужен оранжевый коктейль. Так, подожди, оранжевый коктейль, да? Оранжевый и синий. С бантиком, понимаешь, ему еще. Так, здесь любой прокатит, поэтому давай вот так вот сделаем. На.
тебе, чтобы ты не грустила. Так, баночку поставим. И желтый. Со всеми делами. Ребят, по-моему, даже одной звезды я не получил. То есть ты понимаешь, что этот уровень я не прошел. Пиквуские зелья, уровень 30, провал. Причем полнейший. Надо переигрывать его однозначно. Играть. Ну что же, давай. Так, нельзя утилизировать. Это все понятно. Ну, что ты пришла, что тебе надо? Ого, таинственный предмет. Это значит, мы можем подать все, что угодно. Что бы мы ни подали, клиент с радостью примет это и заплатит за предмет чудеса, а? Ну, в принципе, да, чудеса, поэтому это хорошо, что так все происходит. Ну, где следующий клиент? 15 клиентов нам нужно с тобой обслужить. Hello. 15 предметов, да? Ой, предметов, клиентов. Так, две рыбки. Плюс красный. Иди отсюда. И плюс бантик. Норм. Так, подожди. Сразу делаем черный. И выливаем это все. Иди, говорю, отсюда. Так, здесь любой, да, могу отдать. На. Красный с фиолетовым. Плюс вот так вот. Все. Так, здесь нам нужна чернуха. Чернуха с бантиком, со всеми делами. Так, желтый коктейль. Желтый коктейль плюс желтый вместе с оранжевым. Норм. Так, здесь нам нужен... Иди. Сейчас, бродяга. Так, книголюбы. Книголюбов прошу удалиться. Так, оранжевый. Оранжевый коктейль сюда. Сюда и желтенький. Норм. Так, синий. Сюда. Да что ты с моими деньгами, гаденыш, там. А, зеленый нужен. Все, я понял. Да уйди ты, говорю тебе. На. Еще держи. Последний коктейльчик зеленый. А довольный, да? Так, синий плюс черный. Точнее, красный и черный. Со всеми этими примочками. Окей, тебе рыбка нужна, да? Плюс синий коктейль. Синий сюда, желтый. Все, как говорится, дела. На. И любой могу, да, ему отдать. Хорошо, пускай ловит. Так, этот психует. На. Плюс ему зеленый подавай. Держи. Так, с рыбой у нас напряженка. Злится уже, ты посмотри на нее, злится. Красный, желтый цветочек, на. А что? Что-то не то я, видимо, сделал. Так, пускай рыба. Плюс черный. Со всеми составляющими. Так, ребята, и последний коктейль. Нет, не последний. Так, что тебе нужно, барышня? Ей нужен оранжевый, она говорит. Я тебе сделаю оранжевый плюс синий и бантик. Ребята, три звездочки, я успел. Я успел. Немножко, конечно, спасовал в конце, но в общем, если брать, я справился довольно-таки неплохо, я считаю. Так, ну что, удвоим? Друзья мои, а вы будете не против, если я сделаю еще одну вечеринку? А? Я думаю, что вы будете не против. Поэтому давайте-ка мы с вами это дело замутим. 800 монеточек отдадим. Но я думаю, это того стоит. Пускай наши гости немножечко расслабятся. Опачки. Окей. Так, еще уровень. Это наши клиенты, которые будут к нам приходить. И, видимо, неплохо нас выручать деньжатами. Отелло, Тесса, Лин и Люсиль. Фух, да, потратил деньги, но думаю, что не зря. Так, что у нас, ребятушки, дальше? Дальше у нас 31-я миссия. Да? Может быть, конечно, нам стоит кого-нибудь другого здесь попробовать. Например, вот вместо нашей Лизи
поставить, предположим, Терезу. Так, подожди, я вместо Лизи хотел. Так, вот сюда поставим Терезу и доктор Кто. Ну, доктор Кто, он мне нужен, он потому что время как бы протягивает, да? Играть. Слушай, а здесь, а как открыть третьего? Играть. Пикусские зелья, уровень 31. Так, 230 монет, я должен получить выручки. За рыбу теперь мне придется смотреть самому, ребята, чтобы она не сгорела, не дай боже. Так, хорош, хорош уже. Так, оранжевый, да, зелье, все дела. Спасибо. А здесь нужно два оранжевых зелья. Раз, два. Плюс ему нужно все, как говорится, по фэншую. Плюс синие. Норм. Так, что дальше тут? Зеленое надо. Хорош, хорош, дракончики. Тут спалите мне сейчас тут все. Да я вижу, вижу, что ты там грустишь. Значит, что? Вначале синие, потом черные. Так, этому нужно две рыбки дать. Плюс красное зелье. И оранжевое. Оранжевое, блин, говорю. Все, иди. Так, книголюбам здесь не место. Нечего здесь читать. Так, рыбу поджариваем. Что я сделал? Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Так, раз, два, я немножко растерялся опять. Оранжевый, да? Вот с этим совсем делом. Так, тут, значит, нужно нам красное зелье. Тут синее. Что? Окей, иди, дуй. Так, фиолетовая, с бантиком. Как же без бантика? Конечно, с бантиком. Так, красная. Стакана не было. Да на ты, господи, пей. Стоит тут, дуется мне. Что, рыбу, на тебе. Книголюб, вали отсюда, а? Читай тут, над душой у меня стоит. Хорош. Так, банки. Зонтик. Какой зонтик, ё-моё, ну ты понял, да? Так, берем сюда, сюда, так наклеиваем. Здесь, значит, что нам нужно с тобой? Оранжевый напиток. Оранжевый напиток плюс синий. Давай сюда. И вот сюда. Плюс желтый. Желтый вот с этим прибамбасом совсем. И также ему нужен черный. Так, ребят, все. Ну, одна звездочка, это фигово. Мы с тобой не прошли уровень, или прошли? По-моему, провал, да? Нет, засчитали. Хм. Ну что, последний раз удваиваем монетки. Эй, Ноум, я тут подумала, мы на другом конце света. Ты думаешь, мы найдем новые зацепки, благодаря которым превратим тебя обратно? Я не знаю, Лира. Мне кажется, что мы уже везде искали, но не нашли ничего дельного. Может, нам просто сдаться? Не говори так. Если мы продолжим, то что-нибудь найдем. Наверное. Сколько денежек мы с тобой заработали? Ага, 1154 у нас общего количества. И я думаю, что мы с тобой сделаем еще одну третью вечеринку на сегодня. Ну что, поехали. Пускай наши гости веселятся. А, Нобу? Это у нас кто? Это у нас Барт. Следующим у нас идет Отелло. И... По? Это кто такой? Мы открыли с вами По, это поэт, между прочим. Разблокировано. Ну что же, неплохо, ребята. Это у нас будет, судя по всему, новый клиент. Ну а мы с вами переходим на 32-ю миссию. Пиквудские зелья, уровень 32. 250 монет я должен заработать. Окей. Ну... Рыбку нужно. Окей, окей. Так, зеленый. Лови. Ой-ой-ой-ой-ой. Не то немножко сделал. Ладно, ничего, это я знаю, кому сбагрить. Здесь нужна рыбка. Вот, кстати, По. У нас тут появился. Раз, два, три.
Так, что ты там загрузила? Так, этому нужно... так, секунду. Да не надо пережаривать, мне говорю. Так, секундочку, что там надо? Желтый коктейль. И фиол. Да не злись ты, уже несу. Так, раз, два. Предположим, нужен опять же фиолетовый коктейль. Оранжевый. Да ё, просто эти бутылки вечные, блин, которые... Не напасешься. Просто-напросто, понимаешь? А, две рыбы нужно жареные, плюс вот так и вот так. Все, дуй отсюда. А, два коктейля, там-то у нас тоже грустит барышня. Ей нужен фиол. Ей нужен фиол и красный напиток. На. Ой, спалили рыбу. Спалили, пережарили, так сказать, да? Пережарили. И зеленый. Этот психанул. Так, здесь что у нас? Нужен красный. Со всеми вот этими делами. Так, держи рыбку. И нужен тебе красный коктейль. Давай вот так вот сделаем. Окей. Так, сюда можно любой. Да ее просто опять пережарил, блин. Привык я к тому, что у нас в наше время, да? Потом загрустил. Ну, все равно, ребята, ну очень сложно. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Сложнотень просто. Несусветная. Я даже звездочки не получил, ты понимаешь? Ни одной. Еще пока. И оранжевый нужен. Представляешь, вот это вот все делать. Так, фиол. Со всеми делами. Так, здесь рыба. Понимаешь, еще вот с этими стаканами. Так, давай фиолетовую гущу сделаем с тобой. Отдадим. А здесь что? Здесь фиолетовый, да, нужен? Фиолетовый и черный. Фиолетовый и черный напиток. Ок, ок. Ой, друзья мои, я не получил, по-моему, или получил? 200... Да, я получил 263 монеты. Блин. Сложно. Такую игру долго играть нельзя, ребят. Надо, ну, прошел там несколько миссий, надо отдыхать. Окей, 1000 монет у меня, а здесь получить. Все, да, заданий больше пока нету. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы с тобой закруглимся. Обязательно продолжим играть в нее, но это будет уже в следующем выпуске. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.